Всем привет, с вами Давилыч. Сегодня будет обзор на очень интересный внешний бокс для жестких дисков и SSD на 5 штук от Орика. Кстати, данный бокс можно купить по хорошей привлекательной цене на AliExpress в официальном магазине Орика Official Store. Ссылочка, как всегда, внизу. Ну что, друзья, мы все с вами привыкли к внешним боксам для жестких дисков или SSD достаточно компактных размеров. Но что, если ставить сетевое хранилище не хочется дорого и так далее, а накопитель, который позволит использовать несколько жестких дисков либо SSD, нужен? И вот здесь-то, конечно, на помощь приходят так называемые DAS. Это у нас внешние накопители на несколько дисков. То есть вы только что увидели распаковку данного бокса. Здесь прямо сейчас за магнитной крышкой у нас стоят два SSD накопителя, Kingston KC600 и Kingston A400. И почему я поставил сюда SSD? Для того, чтобы проверить максимум производительности данной коробки, для того, чтобы вы увидели, какие максимальные скорости здесь можно получить. Понятное дело, что в первую очередь такая коробка, во-первых, из-за размера предназначена именно для жестких дисков. Более того, для жестких дисков большого объема. Потому что ставить сюда 5 терабайтников, да проще один жесткий диск на 6 терабайтников купить и не париться. Но если вам нужен действительно большой объем данных, ставим сюда, например, 5 дисков по 18 терабайт, вуаля, друзья, 90 терабайт данных у вас в одной коробке, и при этом все это подключается у вас по USB, по обычному стандартному USB 3.0, потому что поддержка здесь у нас всего 5-гигабитного интерфейса, это USB 3.2. Что касается внешней коробки, в целом выглядит достойно. У нас здесь есть вентилятор охлаждения. Давайте я коробку прямо сейчас включу. Все у нас определилось. И вы сейчас можете услышать вентилятор. Если у вас данная коробка будет стоять рядом с ПК, в тишине вы ее слышать будете. Если данную коробку поставить где-то в офисе рядом с компьютером, то там уже, конечно же, слышно ее не будет. А если поставить ее где-нибудь в серверной для бэкапов или еще как-нибудь использовать, не рядом с рабочим местом, то вообще идеальный вариант для подключения. Да, здесь у нас скорости ограничены, но даже на сетевых хранилищах по сети 1 гигабит в секунду все равно будет медленнее, чем вы будете использовать жесткий диск при прямом подключении через внешний бокс на эти 5 накопителей. Но, друзья, давайте сначала сделаем все тесты. Но перед тем, как приступить к тестам нашего внешнего бокса на 5 дисков от Орика, на 5 жестких дисков, либо SSD, давайте перейдем на официальный магазин Orica Official Store на AliExpress и, собственно, увидим, сколько данный бокс в данный момент стоит, причем, если заказывать экспресс-доставкой, даже дешевле. Внешний вид, все отлично, все супер. Это, в принципе, мы уже с вами увидели. Есть отзывы положительные, отзывов немного, всего пока 3. Но давайте смотреть на характеристики. Это у нас 5 отсеков для жестких дисков, либо SSD с подключением по USB 3.0 5 гигабит в секунду. Описание, что в коробке, мы это все с вами уже увидели. Дальше смотрим: поддержка жестких дисков от 1 до 18 терабайт. Очень быстрая установка. Собственно, 230 мегабайт в секунду — это для жестких дисков, причем для таких, для хороших, достаточно. Я думаю, мы увидим с вами больше. Максимальный объем 90 терабайт. Великолепно. Совместимая со всем, чем только можно. Быстрая производительность, работа 24/7. Низкая задержка. Все это про наш бокс. Да, вот так вот все охлаждается вентилятором снизу, еще посмотрим, как он шумит, как сильно работает. Блок питания в комплекте. Да, быстрая установка. Крышка у нас на магнитах — великолепное решение, снимается, если нужно, быстро. Ну и у нас через 30 минут без действия режим сна включается, и быстрая установка. Все, поддержка всего, чего только можно. У нас есть индикация включения, индикация работы жестких дисков, логотип, забор воздуха, питание, USB и кнопка включения. Собственно,
Полный комплект мы с вами уже увидели на распаковке. Что касается характеристик, в принципе, здесь ничего необычного. У меня в данный момент внутри установлены два SSD. Это у нас Kingston A400 на 480 гигабайт и Kingston KC600 на 512. Поэтому посмотрим, как все это дело работает. Так, подключаем наш USB 3.0. Отлично. Нажимаем кнопку включения. У нас сразу же начинает работать вентилятор. Ну и наши диски, я так понимаю, определились. Пожалуйста, KC600 и Kingston A400 без проблем у нас здесь появились и определились. Кстати, по буквам они у нас... В первом слоте у нас KC600, поэтому у нас первый в списке под буквой E, и потом у нас Kingston A400. Надо понимать, что у нас 5 гигабит в секунду, общее подключение, грубо говоря, 500 мегабайт в секунду должно быть на всех дисках одновременно, либо на каждом по очереди, но мы с вами прямо сейчас все это проверим. Для этого давайте запустим для начала Crystal Disk Info, посмотрим, все ли у нас определится, все ли у нас здесь работает как положено, да, все, смарт отображается, великолепно, супер. Здесь у меня претензий нет. А что касается температуры, тоже она у нас здесь указана, тоже отображается. Давайте запустим CPUD хардовый монитор на всякий случай, где мы посмотрим за температурой дисков, которые у нас установлены. Так, супер, супер. Вот таким вот образом они у нас отображаются почему-то через. Ну да ладно. Давайте все-таки с вами приступим к тестам. Первый у нас будет Kingston KC600. Ну а вторым мы запустим Kingston A400. Потому что в раз запускать тесты смысла нет. Но посмотрим, что же нам выдает 5 гигабит в секунду. В принципе... SATA 3 интерфейс. В итоге мы с вами получаем примерно одинаковые результаты. На Kingston KC у нас почему-то линейное чтение чуть ниже, чем на A400, но при этом у KC600 случайно 4К на пару мегабайт выше, чем здесь. В любом случае, для внешнего накопителя результат здесь очень даже хороший. Но надо закрепить результат, поэтому сначала копируем папочку рендер объем 100 гигабайт на Kingston KC600, смотрим на реальную скорость записи, 350 мегабайт в секунду, результат отличный. Для внешнего бокса, да еще и на 5-то накопителей, тут вопросов у меня нет. Ждать завершения записи этой папки не вижу никакого смысла. Здесь мы с вами все увидели. Давайте точно так же папочку рендер закинем и на Kingston A400. Точно так же 350 мегабайт в секунду. Но здесь надо понимать, что SLC кэш, если заполнится, то скорость у вас все равно снизится. Как ни крути, особенности SSD накопителей. Поэтому хотите без снижения скорости использовать SSD накопители, ставьте такие, где скорость не снижается после заполнения SLC кэша. Тесты сделали, скорости посмотрели. Давайте подводить итоги. Итак, тесты сделаны. Коробочку можно отключать, все у нас сразу же затихло, пленочку снимать, ну я не знаю, все зависит от того, в каком месте у вас будет данная коробка стоять, но то, что она на магнитах, это очень удобно. И это очень опасно, потому что если вы будете брать за верхнюю крышку, опять же вы, ну конечно же вы только перепугаетесь, потому что она конечно же не поднимет эту коробку на магнитах. Что касается тестов. Я не делал сегодня много тестов, потому что, а что мы там должны увидеть? Самое главное было увидеть теоретический максимум. Это у нас Crystal Disk Mark, мы с вами видим 400 мегабайт в секунду на чтение запись. Великолепно. Случайные операции тоже для USB интерфейса здесь на высоком, на хорошем уровне. Ну и, конечно же, реальная скорость записи в районе 350 мегабайт в секунду. Все это было ожидаемо из-за того, что пропускная способность интерфейса USB 3.2 5 гигабит в секунду. И когда вопрос касается бэкапов, то... Если у вас какие-то здоровенные, огромные объемы данных, то вот это, мне кажется, идеальный вариант. Да, не быстро, если подключать напрямую жесткий диск, например, да, медленнее, чем на внешнем SSD. Но зато какой объем можно собрать благодаря этой коробке
90 терабайт. На SSD, конечно, к таким объемам мы придем еще не скоро. Также стоит отметить, что идеальный внешний бокс на 5 накопителей использовать под склад видео. Под торренты, под скачку, под раздачу. Блин, просто подключаете данную коробку, и у вас в наличии огромный объем данных. Так что на этом у меня все. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте, не забываем про сайт про SSD и увидимся на новых обзорах. Пока-пока! Ну а для тех, кто до сих пор не знает, сколько же стоит данный внешний бокс, ссылочку, как всегда, на AliExpress, на официальный магазин Орика, оставил внизу.